Вот и вторая часть. И здесь, чтобы сделать видео более-менее равнозначными по длительности, я дам небольшой такой исторический очерк, экскурс. Вообще, вот эта техника дыхания сама по себе, да, в глобальном плане, она уходит корнями к старинной итальянской оперной школе, которая в современности, к сожалению, практически забыта. Но мне в моем обучении посчастливилось коснуться этой техники, и я поняла спустя некоторое время, что она замечательно применима не только в оперном пении, но и вообще в пении как таковом. Мы не будем касаться того, что она дает оперникам, потому что это там надо углубляться очень далеко в это все. Но что она дает эстрадникам? Можно, как Майкл Джексон или Мадонна, да, там ходить по сцене, кидать ноги, там что-то вот так вот дергаться, и голос у тебя будет практически не вот так вот, не шататься никуда. То есть она дает очень серьезную какую-то глубинную, я бы сказала, базу, которая позволяет вашему голосу практически в любом положении, чуть ли не кверх ногами, да, оставаться сильным, насыщенным, компрессированным, сочным и так далее. Итак. Я надеюсь, что вы уже освоили то, что мы делали в первой части этого видео. И тебе предлагаю сцепить два этих процесса на уже совершенно новых отношениях. И мы это сделаем в два этапа. Сначала без звука, потом со звуком. Итак, первый этап. Мы вроде бы делаем все то же самое, что в самом первом видео, да, но вы сейчас почувствуете, что это уже совершенно по-другому станет происходить. Мы попробуем. Все то же самое. Вдох. Выдох, вдох и выдох. Прямо ощущается, насколько мышцы стали более податливы, насколько они, если так можно выразиться, стали лучше понимать, что вообще хозяин от них хочет, да, что они должны делать. И второй этап, опять же, да, потренируйтесь и приступайте к второму этапу. Второй этап – это, собственно, подцепление вот этого нового, я бы сказала, дыхания на звук. Я специально даже не стала включать синтезатор, потому что он тут не нужен. Берете любую удобную вам ноту, не надо вверх залазить, это не. Просто обычную где-то в разговорном диапазоне ноту вдыхаем и на выдох поем просто на А. Вдох. Рекомендовала бы такой момент. Вот всякие задержки, толчки, броски, что-то там еще, по крайней мере, пока что не трогать. Плавность и простота. Чем проще будет каждый этап вашего прохода по этой вокальной лестнице, тем лучше и глубже вы его сможете понять, и тем прочнее он, как кирпичик, уложится у вас внутри, и в голове, да, и в теле как таковом. Ну и, соответственно, тем прочнее будет база, и тем проще будет сверху накладывать другие кирпичики, более сложные. Поэтому обязательно давайте себе время на освоение каждого процесса, и тогда результат не заставит себя ждать. А я желаю вам удачи!